И как я вообще начинала зарабатывать в маркетинге, я поняла, что про стилистику я рассказывала, про то, как я в психологии начала, я рассказывала, а про маркетинг нет. И еще спросили, какие вообще ценники в этой сфере. Ну, знаете, я такой неугомонный человек, я всегда думаю, как я могу заработать больше и легче. И я начала думать, потому что в какой-то момент я уперлась в потолок, и я поняла, что максимум, который я могу взять, это 8 человек на ментор. Прежде чем я продолжу, я хотела бы спросить, а насколько ли вам окей видеть чужие цифры заработка? Потому что я могу рассказать, продолжить историю с цифрами, а могу без цифр. В общем, я реально искренне считаю маркетинг очень крутой сферой для тех, кто хочет креативить, кто любит деньги, а для того, чтобы работать в этой сфере, нужно очень любить деньги и готов на первых порах действительно много работать. Вы никогда не угадаете, чем занимаюсь 3 часа ночи. Я делаю только вторую домашку.